Возьму спорт. Какого-нибудь клёвого. Например, Мипу. Или Рику. Самый клёвый саппорт на свете — это Мипа на самом деле. Почему? 5 сеток просто. 5 дизейблов. Да? В одном. Ну, если расконтролить. Ну да. В прямых руках, естественно. А таких у нас нету, Коля. Не как же игрок с 10-летним стажем. Не, тот. Никто не умеет играть за Мипу. Они вон членоруку пытались неделю убить. Вове, что тут говорить о Мипе? Координация действий 0. Просто не сообща. Не сообща, не сообщу, не сообщи. Всех компендумы. А у кого нет компендиума, этот просто мне завидует. Чё-то просрали опять. Войну компендумов. Ой, за кого вообще? А, за свет. Шакир один. Шакир Энил. А почему компендиум челлендж у меня не выбирается? Потому что сначала должно выбрать героя. Да, сначала выбираешь героя, а потом... Ну ладно. На ком ты хочешь выполнить челлендж, ты должна была видеть. А, все, точно. Вот, раздевардить, короче. Наверное, тут не Магнуса, ну, точно. Коль, давай я возьму Магнуса, и мы свапнемся. А мне выбери... Знаешь, кого выбери? Сейчас скажу тебе. Так. Не, серьезно, ну давай. Так, так, так. А мне выбери... Что за достижение? Ты на вид пойдешь? Давай... Не знаю... Давай Луну. Луну? Да. А я кого тебе должен? Магнуса. Магнуса. Все, давай. У меня такой клевый курсорчик. Это все ради ачивок, Олег. Нет, почему? Просто я тебе Верстейся, дам с его с клевым носорогом. Ой, с клевым рогом. Ты что? Ну давай, иди ты. Давай. Давай. Да. А, с этой, с дубиной. Да, давай обмен. Пожимать, я не знаю, где. Сейчас. Куда тыкай? Все, нажимай. О, ты раньше был. Всё. Не умирай, короче, Коля. Я постараюсь. Ой, сейчас закину на крик. Вот это будет смешно. Ну, я вниз, наверное, пойду. Бай, Starlight! Так, чашку бульона надо пометить. Тимураков. И все. А у нас Саша... Нет, в смысле, Саша, все в порядке, а то он нет, стоит просто. Я не успел. Она, наверное, разговаривает. С соседями, которые пришли сказать, типа, что ты врубила колонки? Да, возможно. Или она до сих пор в шоке, насколько больно делать михенди. Там же было написано, Наташа, что, не видела, что ли? Нет. Там таким полупрозрачным шрифтом было написано. Ну, я себе, я потом увидела. Эй, Дос, что ты тратишь ману-то сразу-то? Херас два тебе, детка. А не нашего. Бах! Добивай. О боже, если бы найти тебя, была бы не так горька моя судьба.
На тебе урона. Нет. О, капец, Наташа, мы тут, конечно, урона будем надавать им. Да прям ой, ой, это... ой. Будем надавать. Ходи. Уходи. Это пидорк здесь. Пидорк. Давай, давай, давай. И вот этого, уходи, уходи, уходи! Убегай, убегай! Бей его, бей его, бей! Молодец. Сколько там батла стоит? Вард, никто не купил. Нет, почему бы ты купил вард? Я купила сейчас вард. Я уже поволновался за нашу Диму. Я купила все варды. Олег, будь осторожен, я пошла варды ставить. Ману не трать сильно. О! Наташа, там просто супер мега девар один, можно я заберу? Конечно, забирай. Чувствую, что у Олега там какие-то траблы. Угу. Бабл трабл. Ой, нифига они что купили. Ну ладно, пиздаем. Будет Наташа немножечко это, вот этого поразмять. Станем, если дашь. Иди, я тебе дам полечиться. О, давай. Давай, давай. Насчет. Угу. Ой! Какого? ВХ? Угу. Да еще рано как-то, давай уже. Да, давай. Дайн ушел. Бей, бей, бей! Саламени. Прости. Ну, все нормально. Я, конечно, ничего не хочу сказать, но БХ, по-моему, ни одного крипа у нас не убил. Он пошел, пошел, отходи. Поехали. Ничего, не, 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 Тань, ты главное. Что это с тобой? Так, если будем забирать этого умника, то станов ему много надавай, чтобы он не смог короче, применить. Индайн к вам. Да, вижу. Олег, пойдем отсюда, у меня... Зруны. Олег! Да бегу, 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 бегу. Отходим, отходим, ничего не будет, и ничего не сделает. Он тамбу поставит, и ты не убежишь. Он уже поставил. Они заходят. Олег, Олег! Да он ничего не сделал, он же ближний. Ну зачем? Какая разница, сделает он или нет? Сможешь отвезти? Да, я думаю, да. Алло. Алло. Он берет руду, и он взял... Богатство. Взял. Реген. Реген взял. И куда он пошел? Они либо сняли вард, либо он кончился. Кончился. Давай,
Вот так, ты заказываешь? Пропустила этих. Я суши. Давай вот так. Хочешь, закажи суши? Закажи мне зелье. Это за что? Че их долго сейчас? Эй, Наташа, хелп! Ребята, посоветуйте эту ставку. Уходи, Олег, уходи! Олег, он бли... он ч... Да он ближник, он ничего не сможет заюзать. Он заюзает свою хилку, и ты умрёшь. Алло. На ком он заюзает? На тебе он заюзает. Он меня не может лечить. Да он вот именно что он не может, он отнимает. Я год, блин, не играл в доту, я тоже знаю больше, чем... Мгновенно слияет дружеского юнита. Там вокруг меня дружеских юнитов ему нету. Олег! Все, я понял, хорошо, ладно. Все, хорошо. Есть. Ты главное. Копи. А. Нет, ничего. А ко мне кто-нибудь придет наверх? Ну, можно. Я пришел, но у меня нету ничего. А что ты хочешь, Дима? Кто-то поведа уже этот. Ну, сейчас я тогда делаю вот так. И, Наташа, внизу постришь одна? Есть выбор. Сейчас я найду. О, здесь я так и знал. О, Коля, пошли наверх тогда. Вместе. Не-не-не, только не так, через этот, через лес зайти. Наташа, будь аккуратнее. Прям вот отсюда реверс. Жди, Коля, Коля, стой. Да. Я конечно инвиз. Да вот сюда подходи, Коля, там ничего же не видно никого. Бахает Коля. Маны нету. Поехали. Коля, ну что ты, реверс полярити, так где? Вот и все. Шел, осторожно. Я думаю, он не по твою душу. Да. Замышлялся. В этом понимаешь, что надо. Начал жить в трущобах городских. Гайнк вернулся на линию. Пошли, Наташа, их унижать. У меня через 9 секунд ульт от КДшится. У тебя есть еще один вард синий? Да. Поставь его вот здесь. А, ну не, вот там, ладно, пускай он стоит. Ребята, там еще... А вы еще одну будете попользоваться? Нет. Поехали. Поехали. А вард? Нету тут? А есть хил какая-нибудь? Есть. Дай мне. У меня кончилась мана. На еще. Спасибо. Какая-то секретная руна внизу. Я уже бухаски еще убрал. Нет, ладно. Забрал. Индайнг идет. Кто хочет индайнг? Нет, тут никого нету наверху. Внизу. Да, внизу. ДД, реально. Аккуратнее, уходите, Коля. Нет, а что будет доступ? Я тут еду. Ну хорошо. Трое на мид пришли, да? Трое ушли с миду. Будь аккуратнее, Саша, они уже в инвизе могут. Может, это. Наверх пошли. Нет, нашел. Молодец, Коля, увози! Молодец! Дос! Я что-то это засмотрелся. На то, как играет Колян. Колян-то вообще там просто
джобывает. Когда ко мне кто-нибудь джобит? Он меня бьет, 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 бьет. Сейчас... Ты ходишь, умираешь, у тебя ульт уже есть. Все, Наташ, полетели, короче, к Диме. То он... Но это хотел, ты себе. Нет, почему? Говорит, что правильно. Ну, к Степану поедем. А что вы, Степану будете ночевать? Нет, просто... Че, нельзя к Степану съездить? А на деле? Он мне... Нет. Чё он твоя? Куда? Он тут об гору уезжает. Да. Сегодня в 4 утра, а точно завтра. А, вы в смысле просто тусить или типа? Ну, не знаю, мы, может, задержимся до 4 утра как раз, чтобы это... отвезти их сразу. Да, будем там трахаться, пока их нету. Чё он сказал, я вот не услышал. Ключи от хаты оставят. Олег, дай мне вот этого дружка. О, это трое! Ой! А вот на этого не попало. Посвети его! Так, голый цвет. Ну вот, мне ничего не оставили. Кому маны надо? Не. Баночка еще, если можно попоить. Тебя смазал, да. Ой, вообще, Дима. Я и Коля. Отцы. Можем еще раз засаду устроить здесь. Да, с твоим хп и с Диминым хп только засады устраивать. С моим хп? Смотрите, что я умею. Я же отхиливаюсь теперь. Давай. Ой-ой-ой, уходим. Ой, я там стан. Давай. Уходи, уходи, уходи. Ушла. Он сейчас поставит. Прости, Олег! Добей, добей его! Спасибо. Я добила его? Да я понял, зачем меня-то надо было разменивать, Наташа, он с меня так денежки-то получили. Ребята, вы пиздец. Да. Наверх подходите. Да ладно, Дос, ты в плюсе остался. Ну да, я впервые умер, мог бы не умирать. Прости. Коля, 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 ты чё, отвези его, руна-то. Руна-то за контроль. Реген. Реген. Блин, я не предсказал победу. Коля, аккуратней. Через 2 секунды я... Коля, у меня будет ульт и это, и херня. А будет в него? Ой-ой-ой, я бегу, ребятки. Ой, я очень медленно бегу. Ну вот этого тогда, курицу. Вот трус. Ай, за писечку ее поймал. И теперь отхиливаться. Можно еще это? А будет помочь мне вот с этим другом Ситцевым? Капец, это должен был быть мой просто. Ай, дай... Что это Дима творит? Прекрати стилить крипов. Дима не стилит крипов. Дима это... Tower Destroyer. Пенис Аннойер. Bad Bloody Penis. Bad Bloody Penis, она говорит. Владимир Пинус. Ой, стан. Да ты его так убьешь. Не, он сейчас хилку вкрубит. О, заходит, заходит, заходит. Скорас, беги, беги сюда. Я умерла. Дос, нифига, у тебя ульт клевый. Почему он такой классный? Ну, у меня щит есть на это. Дай мне его. У тебя тоже есть щит на луну, только он еще круче у тебя. Колян, Колян. Внимание.
Еще крючи у меня. Вока экшен. Я люблю крутые щиты. Я не хочу сорвать. Это вообще не надо. Может еще одну? Кура-кура полетела. Че, уже проигрывать собрался? А тут чисто для Димки. Ребята, будет вот в этого, он здесь фармит. Я бегу. Ё-моё, это просто караул. А может и не фармит? Не-не-не, не фармит, уходите! Там воед. Знаешь, что хочу, Вавилон? Пульту не промазал. Я знаю. Ребят, Олег, в тебя сейчас прилетит купол. Чё они там тусуют? Где моя рунная инфиза? Я забрал ее. Уходите. Есть мана у кого-нибудь? Есть. Ну какой-нибудь, да. Я уже два заденайла барды. А сколько нам сейчас заденайте? Пять. Бежал, стервец. Да закрыто. Можно ворваться на мид, конечно, попробовать. ВХ на миде. А, пофиг. Дима, Дима, я бегу к Диме. Дима, мне кажется, страдает. Ой, Дима, нет. Дима, я убегаю. Ты был. Иди, 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 иди. Наташ. Наташ. Куда? Вот сюда? Да. Давай, поехали. Отлично! Дай мне еще одну, брат. Ребят, что там пизда какая-то небольшая? Я хочу думать, хочу выдать, хочу... Давай, чем просто хочешь? 150 рублей, это есть? Любое, все, что хочешь. Трать деньги, Наташа. Ну ладно. Куда Дима? Он, по-моему, совсем как бы не... Да, Дима, у него это... Купол-то он не тратил. Он тратил купол. Тратил, внизу. Да? Что говоришь? Паспорт? Нет. Ну. Ты чё, Коля, ни разу не умирал? Да. Ебать ты потный. Сейчас, подлетаю, подлетаю. Дима, жди, жди, жди. Ну, Дима. Пушим тамбу, я предлагаю. Да, пушьте тамбу, ребят. Тут меня пушат. Да ну стан, стан! Ну, стан был. Чё? Бля. Коля, убегай, ты что творишь? Зачем? Уходите нахер оттуда. Ладно, по всей вонючей карте стоял. Здесь вард. Здесь, да? Вот где, вот, вот здесь. Да. Отлично, отлично. У меня задание. Уничтожить все варды. Все? Да, ну, 5 Коля, более. У тебя будет это РП? Стой, подожди, не влетай. Стой здесь, в кустике. У меня руна реген. Повторяю. У тебя... Коля, вот сейчас влетай. Реген. Все они подойдут. Завези его на даггере под вышку. Ага, он ждать меня будет. Ну, а что ты взял? У нас товардов не полная карта. У них на миде тоже варят, как-то не видно. Точнее, меня НД. Олег, у тебя новый телефон? Нет. Нет. Это не мой. Нет, а варда? Вот здесь. Пойдемте все сюда в лес. Я должна уничтожить. Спасибо.
Вон, вон он. Ладно, зомбар. На мид. На мид. На мид. Давайте на мид. Давай. Саша, там. Захотел вас потратить, извините. Нету варда. Кружок. Ёкарный бабай, где вард? На мид. А. Ману, дай. Где ты? Кажется, кто-то спалился. Ой, вы типа это? Да, давайте это. Пушим, пушим мид, там внизу воет, полирует. Хоть это, хоть то. Сейчас воет. Рассредоточим. Ребятки? Ребят, поехали! БХ сзади. Помогите, help! Бегу, бегу, бегу. Броню там, хуйню. Мы же убили троих или двоих. Что случилось? Дима, где ульт? Почему нету маны на ульт? Пиздец, Дима! Ну откуда она у меня будет? Я там физуру выдал, первую. Так может сохранить, не давать 8 физура? И почему подеремся под тамбой? Почему никто не убил тамбу? Олег, вот взял бы и убил тамбу. Да, я в куполе убивать. Стоял, а тут а тут кто-то был, Коля точно стоял. Оправдывайтесь, я тоже в куполе. Стой, стой, стой. Потом тайгер улетел. Всё, я пушу, ой, танкую. Вон, Саша. Да, ульта. Прыгаешь на него и сразу на даггере едет. Коля, давай. Я бегу, Коля, я бегу. Коля, а компендиум? Да это я поменялся с Колей, он до сих пор не умирал еще. Единственный. Хорошо? Ну, наверное. Нету вар ставит, он может сейчас поставит. А, нет. Мне нужна Саша. Я не кину. Срок, считай, получил. 8 секунд до ульта. Дима, ты же уже был мертвый. Да. Там заходят. Кто заходит? Олег, там вообще один ты кого-то. Берись как брать. У меня есть. У меня нету, детсу есть. Нормально, нормально, нам ульт сейчас перетерпеть. Блять, сало на меня. Ну почему? Почему вы Каурицу не контролите? А что ты сделаешь? Ты бы с ультом пожалуй, никому бы ничего. А вам не кажется, что у нас кого-то не хватает? Тебя, к примеру. Ах, блять. Да, я же сказала. Я умер, Олег. Не ну, будет это... больше молота золотого. Все. Эх, Николай. Ребята, нас забирают третий раз за одно и то же. За что нас забирают? Давай анализировать. За курицу, которая нас держит в сале, лично меня, а потом нас всех забирает Void. Void. Затем, да, ну да не Void инициирует, инициирует БХ и Омник. На него вы тратите. И этих товарищей вроде убил. Надо станы в Вайда и. Да даже не в Вайда в первую очередь, а вот в этого хера. Купол-то можно пережить, а ульт вот этого петуха пережить невозможно. Купол умирает кто-то любой один. Да один умирает, а с салом этого петуха умирают все. Салом этого петуха умирает Олег.
Ну и... Да. Ну сейчас бы ты, если бы улетел, ты бы все равно за 2 секунды. Нет, как бы вообще станы по всем бы прошли, ты чё? Мне до БКБ осталось 1300. Ну, последний не вырваться. Можно ему позвонить, конечно. Может быть. Только не знаю его телефон. Ну, где-то есть, но... Как же так? Кто нам башню наверху пронес? Как так? Как так вышло? Уже давно. Нам нужно 4 героя с БКБ. То есть все, кроме меня. Это запах Димона. По-моему, звучать. Супер. Прожмите еще. А, все. Ребят, защитите вышку наверху или на миду. Да Дима, ну зачем ты это делаешь? Да что, он ничего не нажал еще. Просто бегает. Сейчас он не сольется. Дима! Пиздец, блядь. Да, конечно, не надо туда. Он купол ставил? Да, это давненько было. Ну! А? Коля, ты же на даггере! О! Чел, нифига какая клёвая! Вообще, не то что мы... Сосунки. По-моему, здесь вар. Да, вот здесь вар. О! Сбей! Да, нет, не убивайте, пожалуйста, дайте мне. Комплит! Тебе осталось игру выиграть еще. А, да? Я пошла за Рошенбеком. Караулим Сашу. Да? Да. Это, кстати, очень, так сказать, потому что сбрили вард и за Рошенбеком пошли. У тебя даггер, да есть? У меня нет. Мы бы сейчас улетели, Дима. Даггер у меня пошел от Глейда. Все куда-то делись. Они, скорее всего, идут ко мне, но уже слишком поздно. Или ко мне. Да, блядь, нет! Кафе-то нахуй, вот, блядь. Ёбаный в рот. Аля, он живи. Что вы там делаете? Уходите. Мы выигрываем эту игру. Где бы свиток телепортации Олег не помешал? Куда он бы мне влез, Коля? В карман? Вместо какого-нибудь молота железного. Стань его сразу, просто стань его. В лицо ему. Ультой. Ой. Ой. Отступай, Олег. Ультуй. Теперь беги со всех ног, просто беги. Только не влез. Только не влез. Я бы что-нибудь кинул, но я умер. Не видели, что у него из предметов? Видели? Да, что? Нет, ну а что еще у него? Какая Батлфурия. Ну, ММКБ нету, я вам бабочку могу собрать.
Я он убил Дамдаря. Давайте все вместе куда-нибудь соберемся и пройдем, к примеру, по низу. Давай. Так что у меня панель задач, которая снизу, не отображалась по вертоте. Снизу панель задач. Так Степана типа какая-то тусла или просто? Да. Просто мы просто едем. А какая панель задач еще? Я не понимаю. Ну вот, которая обычная Windows, где все окна. Ты... полноразмерная. Alt Enter нажми. Что нажать? Alt Enter. Ну сначала на игру, чтобы игра активная была, а потом Alt Enter. Ну ничего не происходит. Ну, значит, надо в настройки выйти и сделать полный экран. Ой-ой, сейчас будет драка. Отходи. Я умерла. Дима, достаньте его, вы чё? Он же купол сейчас нахер поставит и пизда всем. Охуеть, он поставил купол. Ребята, я вас очень люблю. Пиздец, блять. Да идите нахуй, когда я говорю. На! Я сделал все, что мог, Олег. Да идите нахуй, вы все сделали. Олег, Олег, почему вы не слушаете, когда я вам что-то прошу? Просто говорю, убейте, блять, Вайда, нахуй. Что мы сделали, это должны, господи. Да вот один дерется здесь, один, блять, дерется здесь. Вот здесь Таня стоит 3 секунды, блять. Нет, мы давайте каждый будем делать все что угодно, но только не бить Вайда, потому что он нихуя нам не сделает ведь. Олег. А теперь, блять, вот этого уже все, у нас нету стороны. Да? Сейчас отвоюем, деды воевали, Олег. Смотри, рампага был, смотришь? Олег. Олег. Да не переживай ты, господи. Давай. Не будет рампаги у Войда Аегис. Ахаха. Даша, встань и готовь. Я вообще уже бежала. Я бегу. Лям первый. Неплохо. Все, Олег, Войд твой. Ну нет. Типа есть какой-то этот артефакт какой-то. Как его? БКБ. БКБ, да. Нет, в любом случае Егис. Еще раз, еще раз, еще раз. Олег сейчас вылезет и убьет. Еще раз. Олег, Олег, он сейчас развернется, и ты умрешь. Тебя сейчас курица в лицо сало даст. Все, Олег, отпусти. Мы отъехали. Линия на месте. Помнишь, я про курицу говорил? Олег уже... А помните, я вот здесь про Войда говорил, блять? Олег! Войд, что было, то прошло. Кто старое вспомнит, тому глаз вон. Понятно? Старое помянет. Да ну одна фиг стена. Все равно глаз вон. Куда ты пошел, Коля? Я тебя пнула вперед, а ты. Ой, за динамик башню или уже не стоит? Да, не пусть. Классная башня. Пойдемте вот зеленого трахнем. Не, наверное, не те. Гему, чувака. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, Димуля. О, Димуля! Димуля, четверо на тебя идут. Димуля, Димуля, ты... Другую сторону. Нет! Димуля, проблема. Димуля, ТП. ТП. Димуля, ну, телепортация. Нет, на тебе... А где он дайнер? Не верю в тебя, Дмитрий. Уходим. Он шел, короче, вот так вот и нашел Димулю. А по-моему, он где-то здесь был. Я спросила про андайнга, а не про пацанов, которые искали Емоли. Нет, он вот так вот шел. Он шел прям рядом с тобой. Да. Мы встретились взглядами, и он пошел в другую сторону. Они он за меня подошел. Уходите! Ай!
беги, Шел, беги, Шел, беги! Блять. Нет! Ну, это к вопросу, куда дел Сандайнг. Да. Бля, кажется, мне заново придется проходить эту гребаную хрень. Я так старалась. Чё сейчас? Ой, кошка, не падай. Пока я дохну, что-нибудь придумаем. Главное не выбегать далеко по одному. Мы сейчас тоже вроде не по одному выбегали. Ну да. Да у нас нет ребята. Саша. Я же сказала, что пока я мертвая, я перезайду. Я просто истерик. Нервы на пределе. 40 рублей до рефрешера. Чё они? Ой, ты имба. Дима, мы сейчас треснемся, не хочешь вернуться, потому что за тобой вышли двое. И правда. Блять. Ой, да на тебе трек. Дима, беги ко мне, Дима, беги ко мне. Просто, блять, нахуй. Олег, перестань говорить. Ну, Дима, ну нахуя? Ну ты же, ты, блядь, ты шейкер, ты, блядь, никто. Шейкер. Ты пошел, что ты умер тогда, когда тебе все говорили, где иди. Так что, перестань говорить. А-та-та. Залетаем, Олег, убьем их всех. Ой, чё я один-то? У него опять купол есть. Классно. Откидываемся соплями. Классно, пацаны. Да. Нажали паузу. Давайте я кого-нибудь запихаю сюда. Ну и что будет? Ну да, хорошо. Отдаем, Наташа, отдаем, Олег. Мне что надо было отдавать, Олег? Олегу надо убегать. У меня маны нет. Олегу надо убегать. Олег. Скажи. Вот это вот. Провал. Они так посасывали вначале, что я думала, что мы выиграем. Здравствуйте. Привет. Вы проигрываете? Да. Нет, мы побеждаем. Об этом еще не догадываемся. Угу, ну зря так. Надо бы догадываться. Сейчас Олег убьет. Станом кого-нибудь убьет. Не дайн готов. Почти. Давай, стараемся, Дима. Ну это на тот случай, если ты вдруг надеялся, уходи в инвиз. Просто уходи в инвиз. Просто уходи. Ребята. А если бы ты просто ушел в инвиз, то ничего бы не поменялось. Да. Нет. Ты бы выжил, наверное. Может быть. Сейчас я утром где я солью. Ой, а зачем убухает тут? Викторине Орба. Ой, Корб. Спасите меня! Почему я умер? У кого? А, Радик. Убили странного воина. Арканы, Октарин Кор и Радик, да. Не ожидал. Два ульта через 65 секунд. Мне, короче, воин затащил. Ну, как сказать, как смотреть. Почти убил кого-то. Еще чуть-чуть. Давай стан ему в лицо. Молодец, Олег. Он тебя зажарит, Олег. Давай, бей, зажарит. Убей. А че, он все равно не убежал бы.
Хоть отхиливается потихонечку. Я просто так. А он отхиливается, от грибов это сильно. Ралик. А-а-а! Как он меня видит? Бухадим, вы издеваетесь, что ли? Да, блин. Не достал. Простите. Бха, такой учитель кунг-фу прям вообще. Кто залетит? Можешь залететь, если хочешь. Конечно. Ох, какой. Кинул в меня треф. А, не, Рошана бьет, наверное. А, нет. Ой, пошли, только давай я первый залечу. Давай, может, подождете всех? Все, все резнулись вправо. Ну, может, они подойдут для начала. Там все равно убьют. Ой-ой-ой. Ну вот. Ну, это... Да, ну, давай рампаги. А как он убил четверых? Хороший вопрос. К сожалению, ну как, остается. Зашел да убил. Да? Нет, в смысле, было написано, что ты, ну... Кто-то выпутал? Я выпутался. А, Селяна, они сейчас подходят сюда, ты ставишь РП, завозишь их под фонтан, я ультую. И все умирают. Мы делаем рампейдж, и все. И все. Ты готов, Селяна? Они не подходят, Дима. А ты знаешь, что ты можешь сделать? Ты можешь поставить реверс полярити, подлезти к комплекту. Давай зарядишь первый с ульта. А, да, точно. Я блинкуйся, реверс поля... Ну всё, нихуя уже не будет. Жадность. Это плохо. А гоу-сектор это хорошо. Только хорошего мысля к концу игры пришла. Ну, давайте заканчиваем, да. Ну, давай.